В Чебоксарах на улице Чернышевского произошло ЧП во время строительных работ. Экскаватор повредил газопровод. Началось возгорание и прогремел взрыв. Вот что сообщили республике Следственному управлению регионального следственного комитета. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Следственного комитета Почуваши. В настоящее время проводится его тщательный осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае установления в ходе проверки причинения крупного ущерба, который согласно норме статьи Уголовного кодекса составляет более 500 тысяч рублей, следователям будет решаться вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.